Начало рабочего дня у нас, ну точнее уже обед, мы с утра ничего не подсняли, вот. Оператор у нас сегодня опоздал, просто поздно приехал. В общем, сегодня у нас много всяких дел. Кирилл делает, столы доделывает, то есть мы все склеили. Сейчас прикручивает столешницы и, в принципе, поставим это все уже на место в угол. Будем разбирать все, что тут у нас стоит. Лишнее это какие-то, ну, во-первых, наш массив, плюс еще куча всяких обрезков всего остального, что не нужно, всякие какие-то фасады, столешницы, всякая фигня. Вот, все это переместим, и сюда у нас станут два стола. Надеюсь, все влезет, потому что периодически у нас что-нибудь не совпадает. Вот. Кирилл дострогал подклейку ясеня на стол. Сейчас пойдемте сразу приложим, посмотрим. Вот это подклейка на ясеневый стол. Будет вот сюда вот клеиться. Как раз тут будет еще десятка со шпоном. Вот. Она, подклейка делается где-то за плюс миллиметр-полтора. То есть тут нет десятки, но, допустим, если она должна быть вот так заподлицо, она чуть-чуть должна выступать, чтобы когда вы подклеите, потом это можно было подрубанить, потому что 0 в 0 клеить нельзя. Ну, точнее, 0 в 0 не получится. Никто так не делает. Потому что, скорее всего, у вас где-то уйдет что-то, куда-то уедет, и тогда нужно будет как-то решать эту проблему. Поэтому всегда подклеечка делается чуть больше, и потом просто подрубанивается рубанком, все сводится. Вот палки лежат, пойдут сюда на каркас внутрь. То есть это рейки, которые будут вот сюда вот вставляться. И, соответственно, будут еще и перекрестия. Тоже из реек на торце, получается, на ребро, точнее, поставленные. Вот, чтобы придавали жесткость столешнице. Вот, Серега у нас сегодня... О, у нас, кстати, сегодня появился еще один наш сотрудник, Серега. У нас много лет работал. Вот, Сергей Сергеевич. Да, потом начал заниматься реставрацией, другой деятельностью, в академии тоже преподает. Вот, и он делает у нас там подстолье небольшое из ореха. Вот он ножки зажал, сделал, нарезал там сейчас орех, все распределил. И тоже сейчас все это потихоньку этим занимается. Мы зажимаем следующие фасады. У нас осталось еще два фасада для нашего комода. Вот. И это оставшиеся фасады небольшие. У них изгиб уже не такой большой, там почти нет радиуса. Вот они такие немножко кривоватые. Вот. Но тоже вакуумники, так как это все-таки неровная плоскость. И что-нибудь... А, и вечером сегодня будем нарезать набор на наш кабинет для сверел. Вчера мы с Инной доделали первый набор. Сегодня Данила его будет зажимать. И сегодня Данила сделал жилки. Будем делать бортик. Вот, тоже это все чуть попозже вам покажем. Но про кабинет вообще сделаем отдельное видео полностью. То есть там, я думаю, какие-нибудь чертежики прикрепим. И плюс сделаем просто еще отдельное. То есть все это видео именно по изготовлению этого кабинета. И там же покажем наборы, которые мы туда придумали. Вот. Пока, наверное, наборы не будем показывать, чтобы осталось интригой. Там очень смешные у нас рисунки. Вот, все, работаем. Дальше покажем, что будем делать.
общем, стол у нас не влазит. Как всегда, Кирилл что-то просчитался. И стол не получается запихнуть. Сейчас будем делать, думать, что делать. В общем, Кирилл тут кинул предъяву, что тут у него не разобрано все. Вот, и мы выделили ему время небольшое, чтобы он тут разобрался, повесил. Ну вот мы сняли полку, которая тут была, и повесили лист ОСБ. Не знаю, чем он поможет, честно говоря. Ну, Кирилл говорит, что он на него будет вешать всякие приспособы. Вот, ну, не знаю, это, по-моему, 12-е. Я думаю, что должно выдержать и ничего не отвалиться. Вот, ну, проверим. Вот. А так, на самом деле, просто у нас Инна и, возможно, Полина начнут обучение токарки у Кирилла по сниженному прайсу. Прайс-таки будет. И для этого как раз чуть-чуть подразобраться, перенастроим, не перенастроим, перенесем, еще нам же надо перенести, да, просто? Перенести заднюю бабку. Нет, гайку поменять. Ну, если нет гайки, то надо просто перенести, получается. Они не подходят. Ну, короче, да, у нас небольшая проблема, что у нас что-то срезалось, по-моему, на том станке гайка на задней бабке. И, в общем, нужно сделать гайку туда, потому что на этом неудобно, потому что это совсем старый, он без регулировки скорости электронной. Вот, не очень удобно точить. Вот, и так что, я думаю, поменяем гайку, и как раз начнут заниматься девочки. И девочки тоже у нас будут уметь токарить всякие классные штуки. Вот, также там вы видели то, что мы разбирали, доразбирали столы для девочек, которые приедут в августе заниматься маркетрией из Питера. Вот, все поставили, так как мы немножко, у нас не сошлось по размерам у одного стола, пришлось выдвинуть оттуда шкаф, перенести в другое место, но зато рабочий стол больше получился. Там еще сделаем свет вокруг и сверху, чтобы было получше, потому что там сейчас очень темно. Вот, и будет вообще еще одно классное новое рабочее место. И все, наверное, все. Сегодня такой достаточно суматошный день. Что-то очень много всех было, у всех всякие разные задания. Нужно все было смотреть, чтобы никто ничего не ошибся. Вот. Так что такой немного сложный. Вот, но я думаю, что на сегодня в любом случае все. Больше ничего делать такого интересного не будем. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте все это делать, смотреть до конца. И все. Спасибо. Увидимся завтра, послезавтра.